Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Домастер. И сегодня вместе, дорогие друзья, мы продолжаем играть на скайблоке, на сервере Crystalix, на тренировочном проекте Crystalix, на сервере Gardex. Это второй сервер скайблока. Как видите, после моих роликов прям все на фул забилось, это все здорово. Даже три сервера скайблока сделали, может даже четвертый откроют, и это будет здорово, потому что все смогут поиграть, а я за то, что все поиграли. Кто-то говорил, вот, Домастер, ты играешь с флаем, это нечестно, ты читер. Вот, чуваки, если что, флай — это привилегии, которые здесь выдается, да. И флай, если что, это не каком бы там, не знаю, это не креатив. Это если бы я играл бы с креативом, вот это было бы, да, это был бы бред. Флай просто позволяет на скайблоке играть чуть проще. Я на скайблоках играл очень много, поверьте мне. У меня есть куча циклов на канале, где я играл без флая, всегда играл, все нормально было. Вот, просто сейчас я подумал, почему бы тоже не поиграть с флаем. С флаем намного проще, намного удобнее. Думаю, я заслужил за 5 лет играния в скайблок, даже 6 лет играния в скайблок. Вот, ну что, типа, скайблок, типа, что, если на сервере это разрешено, и другие игроки тоже могут этим воспользоваться, значит. В этом нет ничего такого плохого, я считаю так. Вот, что я сегодня хочу сделать? Во-первых, показать, что у нас тут произошло за несколько дней, пока серии не записывались, а также еще предложить одну систему, которую мы с вами сегодня сделаем, потому что новые игроки у нас появляются на острове, плюс старые иногда тоже заходят, старые очень редко заходят, но у нас вообще... Я набрал 10 человек, думал, пока меня не будет пару дней, они тут будут развиваться, короче, много играть, но я очень сильно ошибался. Кстати, еще заметил, что звуков нет в Майнкрафте, без звуков играть в Майнкрафте очень странно. Так вот, короче, я ошибался, потому что пацаны, девчонки, которые у нас тут были, решили не заходить. И в итоге мы даже из топа вылетели, мы даже сейчас не в топ-10. А на первом месте вообще какие-то психи ненормальные, я сейчас вам покажу. Чуваки, не обижайтесь, если вы на первом месте. И стоп, смотрите, у них 29 тысяч на острове очков. А потом на втором месте идут вайты, у них 6 тысяч, потом 5600, потом 3100, 3000, 2800. Короче, у нас 1672. Думаю, за сегодняшние несколько серий, которые я запишу, я думаю, мы в топ обратно выбьемся. На первое место, конечно же, нет, но хотелось бы хотя бы на топ-2, потому что, ну, не знаю, у нас все-таки так много народу, и никто не играет. Что же сегодня мы будем делать? У нас есть зачарование, в которое, в принципе, можно этот левел зачаровывать. Это круто, но у нас постоянно нет нужных кирок. Поэтому те, у кого левел, а левел легко есть, получается, в принципе, ты сдаешь квесты, /C. Сдаешь квесты, получаешь за это уровень. Вот, я уже что-то сдавал, можно что-то еще, думаю, сдавать. Здесь так-то можно... Много... А, нужно 64, кстати, алмазные руды в инвентаре, чтобы получить этот квест, да. И, конечно же, нужно взять книжки обязательно. Я думаю, на Донха это скинуть, чтобы он здесь книжки поставил. Донх, 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 донх. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Сюда иди, вот, вот, сюда иди. Вот, здесь поставишь сундук один с книжками. Второй сундук с кирками обычными, незачарованными. И третий сундук здесь снизу. Вот двойной, там будут уже зачарованные книги. О, мистер Кори зашел, отлично. Все, перекинул его к нам. Так, кстати, да, сегодня на серии я взял двух новых человек. Это Дэд Ангел Катя и Ёжика взял. Ёжик, Ёжик, привет, да. Катя, ты, кстати, зачем купаешь железной киркой? Ты можешь тебе алмазную кирку сделать себе. Там алмазы, думаю, у тебя должны быть уже. Алмазную кирку себе сделай. Вот, просто у нас есть уровень, приходят новые люди на остров. Также старые ломают свои кирки, и нам нужно больше кирок. Также, я думаю, уже в следующей серии попробую посмотреть, что дают различные киты. Вот, может, мы и так уже сильно развились, что это киты только на старте дают какое-то прям большое преимущество. Тут есть какие-то киты для разных групп, у меня, в принципе, все группы есть, я бы, наверное, показал вам, что дают киты для различных групп, для того, чтобы, ну, вы знали, вы были в курсе, думали, донатить, не донатить вам, потому что если вы задонатите, то, ну, я признаюсь честно, сервер пойдет в плюс, сервер будет хорошо, оплата серверных машин, там, ну и так далее, потому что, когда вы донатите, это нам приятно, да. Вот, ну, как бы, просто констатирую факт, так сказать, констатирую факт. Вы можете не донатить и играть, мы не против, как бы, мы сделали сервак с учетом на то, что люди не будут донатить и будут играть, потому что сервера, они не слишком дорогие у нас, но при этом достаточно мощные, поэтому, как видишь, сейчас 150 человек играет, и никаких лагов нет, вообще абсолютно не лагает, ни одного микропролагивания даже, все блоки ломаются идеально, потому что мы делали сервер для людей. Вот, конечно, у нас есть проблемы с ядром. Потому что сейчас у нас онлайн поднялся до 1000 резко, вот, и, естественно, мы будем это решать. Мы это решим, чуваки, так что не переживайте. Думаю, к следующим выходным уже большинство багов утечек будет зафикшено. Но так как проект все еще находится в альфа-тесте, даже не в бете, думаю, в бету он перейдет уже после Нового года. Вот, так, в бету, да, перейдет после Нового года, то там уже посмотрим, да, так, давайте все это забираем. Все эти блоки, мне нужно, знаете, мне нужно накопать сегодня будет стак еще алмазных блоков. Ну, алмазных блоков, не алмазных блоков, а алмазные руды. Вообще, в целом, если этот механизм сделать в два раза шире, в два раза больше, можно много накапывать. Давайте посмотрим, что же у нас на острове новенького появилось. Во-первых, здесь сверху у нас ферма, здесь криперы свиньи, они падают вниз всего туда вот, и здесь уже умирают. В основном криперы, с них, единственное, там что-то идет, порох, скорее всего, я так понимаю. Короче, их можно фармить. Тут портал в ад появился, там еще не был, но с Венди уже чуваки убывали, так понимаю.
Судя по тому, что у нас есть... Так, дальше у нас небольшие фермы появились различных ресурсов. Тоже неплохо. Здесь какой-то трон. Что за трон? Здесь какой-то, видимо, трон. Трон Демастера. Тут Демастер будет начинать видео на троне. Нифига себе, должен был здесь видео начинать. Это для меня видео на троне сделал. Вот, также один человек у нас с острова Ливнул. Персик Плеер, или как там его звали, я не помню. Вместо него я взял вне серии чувака, который у меня был на Кьюбиксе на скайблоке. Кобру вроде, Кобру у него ник. Вот, я, он мне говорит, Демастер, это я у тебя был. Помнишь, он тогда тащил всю... Он в Соляном там играл реально. И он тащил там прямо в соло вообще. Поэтому подумал, надо бы такого челика взять. Мне сейчас нужны люди, которые молодцы. Вот, также сделали АФК-ферму. То есть вот на такой ферме как бы сильно не по АФК-шь. Ну, можно АФК-шь стать ломать, да, но ресурсы будут пропадать. Поэтому чуваки сделали вот такую вот АФК-ферму. Здесь, значит, ты можешь просто стать вот так вот, нажать кнопочку ломания и уйти куда-нибудь. Вот стоишь, все. Все ресурсы падают в воронки, то есть ресурсы ты стопудово не просрешь. Вот, ты можешь стоять, конечно, так эффективность ломания, как видите, намного ниже, потому что когда все сломал полностью по длине, ну, максимум бить, и ты все, ты останавливаешься, теряешь какие-то пару секунд. То есть, как бы, по факту ты ломаешь намного меньше, чем мог бы ломать с, ну, эффективностью нашей, с этой всей фигней. Но с другой стороны, так ты можешь реально просто уйти на 2 часа в АФК, 2-3 часа, потому что через каждые 3 часа рестарт на скайблоках, вот, поэтому на 2-3 часа уходишь в АФК после рестарта и все, возвращаешься, у тебя фул забитые сундуки ресурсами. Мне кажется, чуваки, которые на первом месте, так и фармят, в принципе, тоже стоят в 10 человек, тупо вот так вот АФК на 2 часа, и у них очень много ресурсов, потому что если посчитать, то вот так вот, то вот реально фарм достаточно неплохой. В принципе, показывать, сделать эту машину я не буду, потому что, ну, это достаточно простая машина, я могу чисто облететь ее, показать, ну, тут все очень просто. Здесь вот этот клок-механизм, который заставляет поршни сдвигаться, да, и, соответственно, поршни сдвигают, все вниз, здесь вода, здесь лава. Остальная вода, которая вниз сделана, нужна чисто для того, чтобы ресурсы не сгорали, и чтобы не попадали в воронки в конечном итоге. Воронки у нас идут к этим сундукам, и в сундуках, соответственно, все складируется, как видите, все эти ресурсики, они у нас тут есть. Вот, таким образом это и работает, ничего сложного нет, можно склад сделать гораздо больше, если вы АФКшите намного дольше, можно сделать еще воронки, еще сундуки, и, соответственно, сделать гораздо более мощный склад. Так это и работает, система, в принципе, достаточно простая, и АФК-ферма для одного человека, в принципе, тоже очень неплохая. Советую, да. Вот, в принципе, здесь ничего сложного нет. Кстати, скорее всего, сделан именно такой клок-таймер для того, чтобы чувак, который копает, он копал не зачарованной киркой. Тоже, в принципе, в этом есть логика. То есть, можно тратить не зачарованные кирки, то есть, вообще не тратить никакие ресурсы в плане опыта и уровня. Тоже неплохой варик, тоже советую. Так, хорошо. Здесь уже Донг сделал сундуки, все здесь сундук с книгами, а сундук... Мне уже нужен был сундук с незачарованными книгами, Донг. Найди мне незачарованные книги, купи их, скорее всего, их нужно будет купить в шопе. А если нельзя их купить в шопе, то купи все нужные для них ингредиенты и скрафти. Прямо очень-очень-очень много чистых книг. Вот, окей. А я пока буду ломать, потом сделаю кучу алмазных кирок. Так, давайте же, наверное, покажу вам, что у нас снизу изменилось, потому что снизу есть тоже небольшие изменения, где у нас там нижняя наша часть. Здесь склады немножечко переделали, воронки все еще сюда идут к сундукам, но уже здесь ничего не идет на распределение. Лазуритных блоков стало еще больше, но очень все равно мало. Ну, как видите, их все-таки дофига, но мало. Алмазных блоков вообще практически не прибавилось, но даже второго слоя еще нет, хотя уже можно было бы сделать эмеральных, тоже золотых дофига. Растут дофига, но алмазных и эмеральдов у нас очень мало. Поэтому поднимаемся обратно наверх, лучше написать слэш из, а не лететь, потому что и так-то я телепортируюсь, так быстрее. Вот. Соответственно, видите, сейчас мы чуваков добавили, сейчас мы все копают, поэтому копание будет гораздо быстрее, сейчас гораздо быстрее ресы будут идти. Вот, но, соответственно, я раскопаю не ломающейся киркой, то это здорово, потому что, ну, здесь кирка, которая ломает на руду. Руда это хорошо, потому что, Донг, у тебя осталась кирка на удачу, я вот что хотел узнать. Плюс в чат. Отлично, надо было, кстати, у тебя ее забрать, потому что очень много руды я переделывал даже без этого, может, тебя не было, когда я играл здесь без записи. Так, вот, вижу, нужно поискать еще так, я вижу, что лазурит добавил, я уже добавил книги, наверное, сейчас парочку все-таки зачаров сделаю в эти книги полезных, можно будет что-нибудь на оружие, на броню менять там, если не будет, так, давайте смотрим, что у нас тут есть, небесная кара, фигня, блин, ладно, заговор огня первого левела сделаю, тоже неплохой зачар, в любом случае лучше, сила, ну, это для лука, но давайте сделаем... А, хотя можно просто первый уровень тратить, это уровень чар будет всего один сниматься. Сила, да, мне нужен лук, так что можно просто бич членистоногих сделать. Бич членистоногих, защита первого уровня, окей, возьмем дальше. Что у нас дальше, смотрим. Острота, ну вот остроту можно взять, чтобы больше фармить. Я думаю, книжку на остроту можно взять. Следующая книжка у нас что дает? Сила, опять сила, 2, острота, 1. Ну все, у меня сейчас просто левел закончится, поэтому, наверное, сейчас скину все обратно.
Так, надо было, наверное, конечно, сделать книги на мусорные книги и на нормальные книги. Ну, ладно, ставим пока так. Книжки обратно скидываю, лучше вот так вот сделать, чтобы чуваки их просто брали. Как им не сразу же все, чтобы другим тоже не мешать. Так, окей. Я пойду поищу, куда я сложил всю руду. Потому что руда это штука полезная. Вот, эмеральная. Золотая, кстати, она вроде удачи не разламывается. Потом золотую руду просто скидываем. Вот лазуритную руду надо забрать. На уголь пофиг. И алмазную руду надо будет тоже забрать. Что там, что такое? Ты мне кирку отдаешь? Отлично, спасибо. Кирку удачи. Вот. У нас вот с сундуком вообще все так способно, что, конечно, можно пойти еще снизу что-то. А вот. Я сюда положил какую-то руду, надо все это позабирать, здесь еще слить эмеральд. Но вообще по всем сундукам, если попрыгать, то можно много чего поискать. Зуритная, угольная руда. В общем, на нее пофиг на самом деле, ну да ладно. Так, 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 здесь просто кто-то что-то прибегал, скидывал, вообще на пофиг. Здесь, видите, зелья варят, чуваки, кажется, для ачивочек варят зелья, да? Так, 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 так. Тут тоже нет моей руды. Возможно, где-нибудь здесь что-нибудь есть. А, я знаю, где что-нибудь может быть. В ФК-ферме, скорее всего, моя руда может быть, потому что здесь я фармил только что. Ну, показывал вам, в принципе, как это все делается. Да, вот видите, алмазы здесь тоже есть и так далее. Алмазы, наверное, пока перемалывать не буду, потому что все-таки я хочу получить ачивку. Вот, ачивочка. Получить ачивочку — это дело такое, типа, благородное, опыт все-таки. Хорошо, хорошо, это мы сделали. Вот, тут видите, алмазы, эмеральды, я их всех выкапываю вот таким вот образом, своей кирочкой волшебной. Тут ей вот как бы выкапывать вообще по кайфу. Но, соответственно, нужно, чтобы у других тоже были хорошо зачарованные кирки. Ну, или хотя бы на какую-нибудь эффективность. Но лучше, конечно, нужно на эффективность, чтобы была у них пятая. Потому что эффективность пятой можно вообще быстро копать, когда вот не летаешь, просто тупо быстро. Из-за того, что кирка на шелковое касание, мне кажется, немного замедляется это выкапывание. Не знаю, почему мне так кажется. Ну, или я это чисто замечал, не замечал, но мне казалось, что кирка на шелковое касание она чуть медленнее копает. Не знаю почему, может у меня, конечно, галлюцинация вообще, но... И мне так просто казалось всегда в Майнкрафте, но... Возможно, ну, возможно, я просто параноик, забейте. Вот какой-нибудь эмеральд и все остальное сейчас можно уже будет перемолоть на кучу всего. Например, вот у меня 43 изумрудных блока. Это здорово, за изумруды очень много очков дают, давайте вот их сюда поставим, возьмем кирку на удачу. Возьмем изумрудную руду, вот так вот. Когда у тебя есть кирка на удачу, это реально кайф, потому что с киркой на удачу можно просто, ну, дофига фармить ресурсов, все, что получаешь. Но, конечно, нужно кирка шелк, кирка удача. То есть две разных кирки, и благодарением уже делать фарм. Так вот это все дело. Так, 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 так. Так, у меня было 40 эмеральдов. Да что делаешь-то, чувак, алло? Ты что, у тебя кирка на удачу, что ли? А какая у тебя удача на ней стоит? У меня удача 5, а у тебя какая удача? А у меня-то 5 удачи. Ты чё, братан? Так, ну в итоге я получил 2 стака эмеральдов. Мало, на самом деле, мало, потому что можно было получить и больше эмеральдов гораздо. Думаю, 2 стака это реально мало. Фух, чувак, ты так не пугай, Дафтикс. У тебя хоть кирка на удачу, но тут все-таки удача 5. Удача 5 это намного больше удачи. В принципе, логично, почему я об этом говорю. Так, все, весь булыжник скидываю, доски, камень, все это скидываю, тоже мне это не нужно, золото не нужно, железо не нужно, все, все остальное ставим. Так, ну, уголь лазурит обычный, который уже я, видимо, подобрал чей-то, когда там фармил, тоже не нужно. Так, сейчас мы будем фармить лазурит, его, скорее всего, будет слишком много. Но лазурит он так, в принципе, должен быть, его должно быть слишком много, мы должны были уже весь нижний уровень лазуритом закрыть, просто почему-то, ну, мало фармят, чуваки, мало фармят, реально, мало фармят. А что у нас снизу лазурита, вы, наверное, думаете, что это много, на самом деле это нифига не много, это очень мало. Вот, кстати, да, еще хочу сказать то, что один из чуваков, не помню кто, мне буквально 2 дня назад дал листик на расширение острова 150 на 150. Как видите, у нас теперь остров 150 на 150, видимо, задонатил, ему выпал листик на 150 на 150. Вот, и теперь наш остров 150 на 150, это здорово, вот, здорово, что у нас остров расширился. Респект чувакам, которые так вот помогали, которые в данию и потом на остров что-то кидают. Нифига себе, офигеть, тупо с одной линии уже столько стаков лазурита. Не, ну кирка на удачу просто класс, реально, прям, смотрите, как много лазуритов падает, прям вообще жесть. Удача 5, да. Прям жестко упадают. У меня уже полный инвентарь забит тупо этими лазуритами, и это здорово. То есть, как я говорю, из лазуритов здесь можно вообще изи делать. То есть, я сейчас взял лазуриты, которые чисто сам фармил, тупо недолго. И это я лазуриты, я уже все поставил, да, я все лазуриты поставил, но просто фулл инвентарь. Фулл инвентарь за, сколько, за минут 10-20 фарма. Лазуритов, это все. А, даже больше, чем фулл инвентарь. У меня даже уже забился инвентарь, пойду скину эти лазуриты. И нужно будет, конечно, кого-то сделать, чтобы постоянно ходил блоки ставил. Потому что кто, если не кто-то будет это делать, то если не кто-то.
Так, окей, летим обратно. Смотрите, с полетом реально намного лучше играть, потому что, ну, ты быстро летаешь, быстро перемещаешься, не нужно тратить время на беготню. Вот, и на серии это даже, мне кажется, смотрится прикольнее, вот. Ну, почему-то чуваки возмущались в комментариях, испортили мне из этого настроение. За что им, конечно же, дизреспект тем, кто испортил мне настроение, вот. Так, ну, в комментариях писал там всякую чушь, там, типа, ого, это же щиты. И так далее. Сила. Давайте остроту сделаем первого левела, дальше книжка. Прочность 3, прочность можно сделать, в принципе, прочность хорошее зачарование, огнеупорность, эффективность. Тут уже отстойные какие-то зачарования, давайте все скинем. Так, эти книги сюда. Эти книги сюда. Вот так вот, дорогие друзья, вот так вот, да. В принципе, сейчас будем развиваться, все будем делать, набирать еще новых людей. У нас 20 слотов, мы еще можем набрать людей, поэтому, думаю, сегодня наберу еще до конца, просто до 20 фул забью слоты на своем острове. Вот зачем кирку на дачу трачу. Вот, так что в следующей серии ждите. Следующая серия у нас будет посвящена такому донату. Я покажу, какие киты есть, я покажу, какие, что из сундуков падает, но открою каждого сундучка там по 5 раз. Ну, типа, что если, предположим, вы купите 5 ключей от каждого сундука, и вы открываете, покажу, что может выпасть. Но, опять же, это будет чистый рандом, ну, объясню все в следующей серии. Давайте уже эту серию закончим, с вами был Дамастер, спасибо моим подписчикам, которые играли вместе со мной и играют вместе со мной на моем острове. Вот, также спасибо вам, что смотрите эти ролики по Skyblock, они вам нравятся. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был я, Демастер. Заходите на Кристалликс, играйте вместе с нами. Можно не только на Гардексе, есть еще другие серверы Скайблока. А также на Кристалликсе есть еще и другие мини-игры, в которые тоже можно поиграть. Поэтому заходите, играйте, мы вас ждем. С вами был я, Демастер. Всем удачи и всем пока-пока, ребятки.